Сегодня подвели итоги работы Министерства физкультуры и спорта Чувашии в 2022 году. Коллегия ведомства прошла в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Один из главных результатов работы министерства – рост числа занимающихся спортом. За точку отсчета берут 2019 год, тогда работали все спортивные учреждения. По данным ведомства, физкультурников в Чувашии стало больше на 11%. Этому способствовали массовые мероприятия – декада спорта и здоровья, лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский олимпийский день, кросс-нации и многие другие. Хорошие показатели жители республики демонстрируют в комплексе ГТО. По итогам 2022 года Чувашия впервые заняла 8-е место среди всех регионов страны и 1-е место среди регионов Приволжского федерального округа. В 2022 году увеличилось количество базовых и приоритетных видов спорта. В прошлом году 239 спортсменов Чувашии вошли в составы спортивных сборных команд России, показав лучший результат за 10 лет. Спортсмены республики завоевали на всероссийской международной аренах более 1200 медалей разного достоинства. Это не только заслуги тренеров и спортсменов. Успехи приходят и благодаря развитию инфраструктуры. Республика в рейтинге общественного здоровья в 2022 году заняла 3-е место среди всех регионов страны по обеспеченности граждан спортивной инфраструктуры. Только за 2021 и 2023 годы на развитие спорта направлено почти 6 миллиардов рублей. Почти в 2,4 раза увеличился объем финансирования из федерального бюджета.